12 февраля 1908 года. В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. В 1908 году, благодаря усилиям двух газет, французской «Le Matin» и американской «New York Times», состоялся трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив. Он назывался «Нью-Йорк-Париж» и стартовал в день рождения Линкольна 12 февраля с Нью-Йоркской площади Таймс-сквер в 11:15 часов утра. В нем участвовали 6 автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Германская команда стартовала на автомобиле «Протос», итальянская – на «Зуст», французская – на «Дедион Боутон», «Мотоблак» и «Сезайр и Наудин», и, наконец, американская – на «Томас Флайр». Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк-Аляска-Сиэтл-Владивосток-Иркутск. Ачинск-Томск, далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 26 июля, вторым 30 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем был признан американский экипаж. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Итальянская команда прибыла в сентябре 1908 года, французские команды так и не смогли дойти до финиша. Во время пути все автомобили претерпели поломки. На «Томас Флайр» пришлось заменить поврежденную коробку передач, а на «Протос» задний мост. И все же заезд доказал надежность. Автомобилей, которые очень скоро перестанут быть роскошью, доступны только очень богатым людям и превратятся в доступные средства передвижения. В нынешнее время крупнейший в мире автомобильный музей Харра в штате Невада, США, экспонирует «Томас Флайр». Немецкий технический музей в Мюнхене демонстрирует «Протос».